Бесаски. Всем привет, подписчики! Всем хай, подписочники! Всем привет, здрасте! Это Человек-паук Майлз Моралес. Всем хай! Да похуй то, что вы хп не видите. Вообще похуй. Вообще, мне чисто поебать. Вот реально. Вебка должна быть здесь. Мне ее очень лень двигать. Очень лень. Прям вообще капец как. Я чисто интернетный задрот. Смотрит YouTube фотографии. Двадцать шесть процентов уже, блядь. Хотя что тут жаловаться, я 26% прошел за 4 часа. Получается 16 часов на прохождение игры. Это даже хорошая нормальная тема. Ладно, какой у нас план? У семьи Фина есть мастерская в центре. Раньше она всегда там работала. Возможно, и сейчас работает. А не проще будет просто позвонить ей и поболтать? Это вряд ли, чел. Когда я увидел ее на мосту, понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя. Ну зачем ты все это делаешь, блядь? Делай, что считаешь нужным. И держи в курсе. Держи в курсе, кстати. Так, смотрите, по пути надо собирать ящики. Я соберу вот этот ящик. Привет, Пуп. Видео снимаешь? Стримлю. А, Пуп, я беременна 16 без тебя, посмотрю. Фу, блядь, ты пиздец. Что? Что? Что, Пуп? Ну, мозг обрабатывает быстрее, чем ты говоришь, и ты такая: о, снимаешь видео? Нет? Я беременна. Чего, блядь? Пуп, как я так быстро могу ПЦР-тест купить? О, блядь. Ты дурак? Пиздец, пацаны. Пуп, ну ты чё, дурак? Пуп, какая я буду беременна могу, если я девственница, ты дурак? Да, я тоже, кстати. Ну вот. Взрывы, обрушение моста, ну, стрельба посреди часа. Я не будешь смотреть? Ну, я не знаю, если там интересно. Ну, первое, что у нас сказала, так... ну, там трэш начался. А, ну там колхозавры какие-то, да? Да. Что, если атака случилась бы несколькими днями позже? Во время так называемой бури столетия, о которой нам все время толдычат по 5-часовым новостям. Сразу начался бы настоящий бедлам. Ну, хочешь, смотри. Обвинить в этом? Да? Включая и бандитов из подполья. Не, ну вообще буду, но я хочу отдохнуть. Я бы не выполнил свой долг, не заметя, что подполье вовчик всего лишь ограбило грузовик, а потом явился мелкий пособник человек. Пацаны, скриньте, скриньте. Блять, не смогу! Конец тебе! На, быдло! Ой. Ой, блять! На, быдло, сука! У кого там ствол? А, блядь! Чё ты сделаешь с машиной, блядь? Чё ты делаешь там с машиной, блядь? Чё ты делаешь с машиной, блядь? На, сука. Да быдло, блядь, отъебись. Так, все, пацаны, все, все. Да нет же. Да, пух, крыски, но я занят.
Пока, Пук. Сука! Блять, я проебался, и человека убили. Бля, я не ожидал такой хуйни. Блять. Блять, пиздец. Я там развоебывался жестко. Кажется, подпольщики здесь что-то прячут. Человек-паук ворует у подполья? Мы этого не нарушили! Ты, сука, кулачный, ты этот, бионикл, блять. Так, так, так. Но! Да сколько вас? Но, быдло. Соса! Это мне пригодится. Так, вот это мы убираем, меточку. И, скорее всего, я возьму еще вот этот сундук. По пути. Так, подождите, я не понимаю, мне вниз? Да, мне, видимо, куда-то сюда. Сейчас. 10 метров. Да где он? Он прям подо мной, да? Есть. Всем привет. Сегодня я буду чуть серьезнее, чем обычно. Если вы получили травму во время... Человек-паук клюнул! Взять его! Не понял. Что, прям так? Ладно. Тихо-тихо-тихо, блядь. Есть. Блядь, меня бесят эти челы с кулаками. Еба! Крутой удар. Сосите лохи. Жалко, я подкаст прослушал. Еба. Я Человек-паук. Все заколочено. Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание. Он к ней в дом пробирается? Это она тут живет? Эй! Боже, сколько пыли! Тут давно никого не было. Капец, за тут воровать можно что угодно. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Не хотите чуть-чуть погромче? Свет. Вот так. Это слишком громко или нет? О, мне надо будет эту стену сломать. Какие-то лекарства? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Видимо, у нее, у этой чекули.
Так, ну изучить. Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг. Но на фото Фина. Так, перевести. А, извините. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. По-моему, нормально. Вот так вот волосы. Может быть, шапку надеть? Да, похер. Так, подождите, мне кажется, я еще смогу вот эту карту изучить. А, нет, только фотку можно. Да, больше ничего нельзя. Еба. Опа. Ого, вот это я понимаю, убежище. Опа. Так, рассмотрим текстуру. Текстура, ну, нормальная такая, пока я к ней не подошел. Давайте чекать вот это. А, это ее маска прям. Фина спроектировала все снаряжение подполья. Забавно, что теперь мы оба в масках. Нет, ты играй, Пук. Играй, Пук. Я тебе так расскажу. Но он разговаривает там сюжет. Ты рассказывай. А, ну тогда я подожду. Еще громче. Видеозапись. Полгода назад. Это я, кстати. Пошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в нуформе. Угу. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя дать им так извратить мою работу. Ладно. Сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Проклятие! Не загрузилось! Телефон, что ли, накрылся? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Видимо, он все-таки умер. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон. Если получится. Давай! Так, ну-ну-ну, в инвиз. Исчезай. Я забыл, как... А, я вспомнил, как пользоваться инвизом. Давай. Он здесь! Не дайте ему уйти! И так может? Мое исчезновение не слабо их напугало. Нельзя нападать, пока они не успокоятся. Ты! Куда он делся? Нас больше, чем... Видимо, сработала беззвучная сигнализация. Эй! Блядь! Не один, тебе но! Они сейчас в другой готовности. Пусть я могу успокоиться тогда и не потом. На, блядь! Сука!
правда, это правда. Лучше всего будет напасть, когда они немного расслабятся. Медаль струсил! Ищите дальше! Точно не подумал. Бан. Поскольку уже сильно! С пауками шутки плохи. Ба! Так, вернусь к тому компу. Блин, так круто. Если найду телефон Фины, может, пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Она прям там на этой. Опа, сука. У вас неиспользованные очки навыков есть. Так, а мне куда? А, мне вот сюда вот, да? Ну, блин, лучше, конечно, взять вот этот сундучок. Сейчас возьму сундучок. Привет. Нашел чего в мастерской Фины? Да. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Ничего себе. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. И похоже, Нуформ его как-то отравил. А Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Фина и ее брат хотели остановить разработку реактора. Свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока что. Фина все записывала на свой телефон, но она потеряла его в лаборатории. Я хочу найти его. Хорошо. Я на связи. Если что, звони. Ладно. Блять, совершается преступление. Я должен предотвратить преступление, вонючее. Хабарда возится с деталями. Сука, преступники! Вам пизда, преступники, дуры. Вам самому так много... Пацаны, чекайте. Готовы? Друзья, сегодня мне придется побыть... Скриньте, как я сейчас врачи. Всех разъебу ваншотом. Из-за Джареда. Готовы? Он в кои-то веки хорошо. Готовы, готовы? Нет. Я недоволен, потому что опять... Смотрите. Паучок! Но, бля! На, сука! На, сука! На, сука! На, сука! На, блядь! Ебать! Пиздец! Полный пиздец! Преступление ликвидировано. Человек-паук, защитник подарка. Жестко, жестко. Но в какой-то момент, короче, если бы я раньше среагировал, я бы их ваншотнул, они бы все сразу сдохли. Мне бы даже не пришлось их бить. Но зато такие стильные добивания были, согласитесь. Так, давайте посмотрим по пути. Ну не, ладно, ничего больше по пути. Бля, такой крутой Человек-паук. Так круто, я среди снега летаю, реально. Ладно, не могу я упустить момент, пацаны, собрать вот эту херню. Ниппон. Преступление? Где преступление? Наверху. Пошел на! Терпеть таких не могу! Пошел на! На!
Они туда попадали и не сдохнули. Но, блядь. На, сука. Подождите, я же искал здесь какую-то штуку, нет? Слушайте, случайно не здесь прямо? Нет. Короче, прям подо мной. Я-то здесь, я не понимаю где. Мужик, ты не знаешь, где тут заначка? А, вот она, да? Да как мне туда попасть-то, блядь? Да наверх, наверх! Да я хочу на эту машину, блядь! Ползет тропический шторм-ураган. Ну да, прямо как в том фильме про корабль, потопленный бурей. Упс, спойлер. В общем, сейчас самое время жертвовать приютом. Ведь если придет буря, многим понадобится помощь. До встречи и не забывайте проверять свой кредитный рейтинг. Вам положен один бесплатный отчет в год. Тратьте с умом. Пока. Пока, давай. Дре! Хочу починить режим сна и поэтому иду спать. Давай, пока, лох. Телефон должен быть где-то здесь. Кажется, я знаю, как туда попасть. Кажется, я знаю, как она туда попала, нах. Это вентиляция под напряжением. К чему он подключен? Нужно его отключить. Блять, не достал, прикиньте. Ладно. Мне надо попасть внутрь. Ну и как? Не понял. Ну, я стою здесь. А, надо было впритык ходить. Капец, капец. Капец, хочу теперь электричеством водить, как Майлз Аморалес. Даже не верится. Я на месте. Удерживайте L2, чтобы прицелиться, потом... прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. В лабораторию с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Вау, он еще так трикси. Дрыхнуть, играть в приставку и есть печенье целыми коробками. Согласен. Ну и куда? Налево. Где, блядь? По трекеру телефон намного ниже уровня земли. А-а-а. Ничего себе. Я медленно спускаюсь, прикол. Капец. Смотрите, реально на паутине висю, пацаны.
Реально висю на паутине. Капец. Ой-ой. А то, что здесь паутина висит, никого, ничего. Если там подполье, убейте их. Если паук или умелец, задержите. Понял, сэр. А если подлога нужна? Вызывайте немедленно. Нет. Понравилось. Бэ, нахуй ты спрыгнул. Ладно. Блять, это этот, что ли? Как его? Как я забыл, как его зовут? Это его дядя. Что как? Смешного? Черт, Майлз. Для тощего пацана? Ты жестко бьешь. Дядя Аарон? Он ты сразу раскрылся? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Роксон. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. А, упрямый, весь в отца. Ладно, но сделаем по-моему. Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны. Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Только не попадись. Копия. Так, бродяга, злодей, не? Видишь вентиляцию с лазерами? Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись. Пора пробовать управляемые мины. Что происходит с камерами? Опять электричество шалит? Нет, это было в Гарлеме. Носорог уничтожил целую станцию. Могло и не тут. И что же ты там ищешь? Телефон. Я отследил сигнал. Он идет откуда-то из-под земли. Ниже всего под землей находится бункер реактора. Значит, мне надо вниз. Что-то я торможу. В этой комнате должна быть вентиляция. Идет в лабораторию, потом к реактору. Ну, формовый реактор? Судя по схеме, именно он. Я что, с бродягой реально буду вместе работать? Я не понимаю. Он же злодей. Эй! Эй! Где на форум, что я просил? Мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И? Ну, я слышал, что одна канистра на форума сохранилась после случая на мосту. И ее добыть? Ты думаешь... Будь он у меня, я бы тебе отдал. Нет, мистер Кригер, я просто хотел прояснить, что без этой канистры он я ни за сейчас? Что не успеть срок. Заткнись. Заткнись. Я делаю абсолютно все, что в моих силах, чтобы найти эту канистру. Однако, сейчас я бы хотел, чтобы ты вернулся в лабораторию и занялся делом. У Кригера срок, Игорь. Может, скажешь, чей телефон ты там ищешь? Умельца. А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю. Скажу спасибо, ради тебя я взялся за старое. Не верится, что бродяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Блять, не та кнопка, ёбаная. Ебать. Держать человека-паука. Атакуй человека-паука. На, быдло! Отлично. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером.
Открыть можно с того терминала. Не понял. Где? Погоди. В городе есть другие лаборатории. А что ты в каждом думал? Из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за нуформы. Там какой-то сундучок еще. Это есть. Нужно прекратить. Там всего лишь 3 штуки, что ли? Не отвлекайся. Найди телефон и сматывайся. Попахивает каким-то босс-файтом сейчас. Реактор внизу. Он питает все это здание. Телефон в самом низу. Надо как-то пробраться мимо вентилятора. И мимо этих парней. И помни, что я сказал. Не попадись. Оба. Готово. Хоба. Хоба. Ну вот этот лошочек следующий. Его опасно. Тогда вот этот лошочек следующий. Я не могу его взять. Я не могу, блядь. Еба. Очередная победа Человека-паука. Решил позвонить, чтобы узнать, не умер. Да, спасибо. Вообще-то мой дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага. Оказалось, что он еще и бродяга. С ума сойти. Чего? Тот самый бродяга? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор. Мы не партнеры, он просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это жесть, чувак. Прям жесть жестянская. Ага. Мне пора, Ган. Расскажу все потом. Начинаю обход. Здесь дела. Общая тревога. Почему опасно? Кто его еще видит? Проверяю периметр. Если тут выбор, пойду проверю. Безопасно, безопасно. Оп. Хоба. Четко. Точно будет синяк. Безопасно. Оп. Есть. Не тормози. Хочу вырубить камеры и сигнализацию, чтобы к тебе охрана не сбежалась. Повреди проводку над вентилятором, он вырубится. Спасибо. Вот панель управления. Не хватает паутины. Подождите. Есть. Так. Села. Ну а что ты думаешь? А. Взорвись. Ну это так. Отлично. Так. Камера, видеозаписи. Вот она. А, фух, я думал, на отражении сзади. Сброс ядра. Задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению нуформа. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. Ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище. Готов? Готов. Запускаю перегрузку. 3, 2... Пина! Это не я! Промышленный саботаж. Серьезно?
Кому какое дело до горстки больных бедняков или мертвого инженера? Да лишь нитик в этой механике. Нет! Нет, нет, нет! Если эту запись выложить, то в целом этого бы ничего не было. Почему они не выкладывают запись? Нет! Рик! Рик, нет! Нет! Дина, не смотри! Капец. 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 Там есть кто-то еще. Найдите. Капец. Капец. Рик пытался спасти людей, а Кригер убил его. Капец. Нужно закончить то, что они начали. Дядя Аарон, ты можешь снять защитный барьер реактора? Зачем? Ты достал телефон. Сматывайся. Этот реактор убил моего друга. Его нужно вырубить. Навсегда. Без твоей помощи я не справлюсь. Пожалуйста. Дядя Аарон? Ладно. Приготовься. Спасибо. Генератор такой же, как снаружи! Только гигантский! Что ты делаешь? Майлз, ты в порядке? Тебе сваливать надо. Идти можешь? Капец. Да. Дуй по коридору, живо! Капец. Еба! А он может заряжаться, да? Ты почти вышел. Да, мне так нужен был ее телефон. Капец. И что мне теперь делать? Не глупи, так Роксон доберется до тебя раньше меня. Дроуна. Ля, выебывает. Мы тебя задерживаем. Нет. Мне приказано взять тебя в плен. Зачем? Что им надо? Изучить тебя, допросить. Не знаю, какая разница. Сопротивляйся! Держите его! Покрытие! Ой-ой-ой, блядь! Ага. Короче, лучше туда не лезть. А, они у меня отсосали всю силу, ёб твою мать. А, нет, они на время это. Все, короче, мне похуй. Вашу ж мать! Не матюкайся, дядя. Майлз, меня выкинуло из системы. Подожди немного, я вытащу тебя. Есть! Вот тебе! Он инвизником может становиться? Это же чудо-маскировка! Действуй! Я правого. Мы реально сейчас вдвоем будем драться? Вау! Не волнуйся! Мы с ними справимся! Эти волки меня не тревожат! А вот когда мы выберемся отсюда, теперь мы оба враги Кригера! Новая игрушка! Нейтрализовать! Умри, бля! Есть! Вижу его!
Чё это? А. А, подождите. А. Нужно залечь на дно. Никому не верь и не снимай свою маску. Пусть Рокса найдет другую цель. Не могу я залечь. Мне надо найти Фину. Твоя подруга умелец. Вот почему ты так волнуешься. Дело не в этом. Я должен защищать город. Скажи Фине, что хочешь вступить в подполье. Ты же сказал не снимать маску. Не говори про паука. Поговори с ней как друг. Еба. Она на это не купится. Ты удивишься. Люди глупеют, когда речь идет о близких. Например, как ты сейчас. Еба. Если скажу ей правду, я сказал твоему отцу. Думал, он меня прикроет. Поможет. Ведь он же мой брат. А он от меня отвернулся. Если бы я молчал, может, не потерял бы семью. Ты знаешь, что должен делать. Еба. Пацаны, а расскажите, пожалуйста, что умеет бродяга? То есть, у него какие способности? Вообще, вот. Так. Стоит позвонить Фине? Нет, нет. Сейчас надо помочь городу. Да. Так, ну давайте, у меня 10 уровень. Поехали. Навыки. Что я могу вкачать? Я могу вкачать увеличенный радиус действия. Это клевая штука. Но пока подождем. Позволяет сохранить трое... Что? Позволяет сохранить втрое добивание про запас. А, второе добивание. Я, блядь, тупой просто. Так, длительность серии необходимая для... Ну, это прикольная тема. Ладно. Шкала камуфляжа восстанавливается... О, так, вот это давай. Потом дальше. Атаки, совершенные во время действия камуфляжа, в меньшей степени расходуют его шкалу. Ну так, нахуй, хуйня полная. Есть. И я это не смогу вкачать, да? Чтобы увидеть описание этого дерева навыков, вам необходимо продвинуться дальше по сюжету. Спасибо, блядь. А тут 16 уровень надо иметь. Короче, в очередной раз я могу, видимо, вкачать все и ничего не потерять на этом. Так. Чтобы швырнуть оружие, зарядить заряженное биосилой, удерживайте треугольник. При попадании взрывается. Еба! Я чики-бамбони до пиццы.